сейчас мы открываем Второй законе 22, стих 5. На женщине не должно быть мужской одежды. Еще раз. На женщине не должно быть мужской одежды. Что такое мужской одежды, которые девушки, они сегодня одеваются? – это брюки. Или брюки – джинсы. Это мужской одежды. Это мужской одежды. Посмотрите, где-то где 30 лет или 40 лет назад женщины тогда они одеваются как женщины.

в платье. Это что? Это юбки. Есть люди сегодня, особенно черные кожи люди в Америке, они одеваются юбки. Они одеваются юбки. И для Бога это неправильно. Если это для комедии или нет, это неправильно. Это грех, это мерзок пред Богом. Это Его закон, который мы не сделаем сегодня. А я знаю еще раз, я знаю, сейчас много людей, они думают сейчас, а, это не серьезно. Или они, они будут сказать, что есть женский, как сказать, женские брюки. Есть женские брюки. Нет. Нет, нет, нет. Это не игра. Наш Бог, он не играет. Он серьезно сказал это. Но женщина не должен быть мужской одежды. И мужчина не должен одеваться в женской платье. Ибо мерзок пред Господом это мерзок пред Господом, Богом твоим, всякий делающий си. Это мерзость. Это мерзость. Не надо это сделать. Это очень-очень плохо. Нам надо покаяться. Нам надо изменить все наши злую жизни. Это неправильно это неправильно. Девушка, если вы одеваетесь в мужской одежде, например, брюки или брюки джинсы, пожалуйста, покайтесь от этого. Одевайтесь как женщина. Одевайтесь как девушка. Пожалуйста, это очень, очень, очень нужно. А если ты мальчик, а ты одевай, одеваешься или вы одеваетесь, у женщины одежды. Надо покаяться. Покайтесь, пожалуйста. Это очень серьезно. Дальше. А сейчас мы открываем в Новом Завете. Первый Тимофея, Первый Тимофея, Глава 2, стих 9. Потому что есть некоторые люди, они думают, они думают сейчас, что это в Ветховом Завете. Иисус Христос изменил все в Новом Завете. Нет, это неправильно. Это не... Правильно. Мы открываем сейчас 1 Тимофею, глава 2, стих 9. «Чтобы также и жени в приличном одеянии». В приличном одеянии. Еще раз. «Чтобы также и жени и жени в приличном одеянии, в приличном одеянии. сейчас мы, пос... мы... я буду показывать вас например все мы сейчас увидимся это в приличном одеянии. посмотрите, посмотрите. Вам нужно так одеваться. Так? Вам нужно так одеваться. Надо одеваться скромная одежда. Скромная одежда. Еще раз чтобы также и жени в приличном одеянии, со, стедливостью стыдливостью и целомудреем украшали себе не плетением волос, ни золотом, ни джемшугом, ни много сыною одеждой. Это значит что? Это не значит, что вы не можете одеваться одеваться много и одежды Нет. Бог хочет, что это не будет акцентом в вашей жизни. Он хочет, что это не будет акцентом в нашей или в вашей жизни. Это не должно быть ваш акцентом в вашей жизни. Это что он здесь объясняет.

Наш Бог не... Посмотрите, на что вы одеваетесь. Он посмотрит, на что мы сделаем для Его. Если мы соблюдаем Его законы или нет. Это что Он посмотрит. Еще раз. Но добрыми делами как прилично женам, позвеящим себя благочестию. Жена, да, учиться в безмолви. Учиться в безмолви. Со всякой покорностью. Со всякой покорностью. Это очень трудно для многих женщин сегодня. Дальше. а учить жена не позволяю ни властвовать над мужем, но бит в безмолви. Но бит в безмолви. А что это значит? Коринфянам, глава 14, стих 33. Потому что Бог не есть, Бог не устройство, но мир.

позволено им говорить. А быть в подчинении, как и закон говорит. Как и закон говорит. Не надо, что девушки или женщины говорят в церкви. Они должны молчать. Это не значит, что вы не можете спросить твой, э, твой сосед вопрос. Нет, 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 нет. Если вы или ты одна, у тебя нет муж, э, муж. Если ты одна, а у тебя нет муж. Ты можешь спросить вопрос. Если у тебя вопрос. Но ты не можешь научить ни, никакого. Фусерхва. Женщина может только, только научить детей или их дочери. Ты не можешь научить мужчине Это мерзость. Это очень плохо перед нашим Богом. Еще раз. Жени ваши в да молчат. Надо молчать в Дальше. Ибо не позволено им говорить. Не надо поговорить вообще. А в подчинении, как и закон говорит. Дальше. Стих 35. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужа и своих. Спросите своих муж дома. Дальше. Ибо неприлично жена говорит в церкви. Это закон. А сейчас давай стих 37. Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, что апостол Павел писал наши люди. Ибо это заповеди Господни. надо узнавать, что Он писал, это наш Бог заповеди. Значит, что это 1 Коринфинам, глава 14, стиг 33 до 35. Это закон. И то же, что мы прочитали в 1 Тимофею, глава 2, стиг 9 до 11. Это тоже апостол Павел писал это. Это значит что? Это Бог закон. Потому что Иисус Христос дал Его эти все законы. Иисус Христос наш Господь дал Его эти все законы. so hard to serve God. And why would I say that I'm a Jew i have been walking around saying that I'm a punk. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries. Where His gospel has not been preached before, IUIC needs your help in pushing this truth. So join us! Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.